Короче, новость с портала Ньюслер. Цитирую. Гостиница «Вятка» справилась с очередной непростой задачей. Разместила и обеспечила питанием почти 300 человек из разных регионов России. Это что? А, это восторженная новость, где руководство гостиницы ликует, что гостиница смогла поселить людей в гостиницу. То есть людям, приехав в Киров, удалось прийти в гостиницу с рестораном, переночевать там и поесть. Удивительное рядом. Уникальное явление, конечно. Это, знаете, из разряда таксисту удалось перевести людей из точки А в точку Б за деньги. Или водоканал умудрился дать воду. Короче, не новость, а яростный плеоназм. Вроде бы. Если не знать деталей. Дело в том, что согласно сайту, вместимость гостиницы «Вятка» 250 человек, а разместили они 300. И вот это действительно непростая задача – убедить 100 человек спать валетом.